Друзья, всем привет. Или, скорее всего, доброй ночи. В общем, 3 часа утра. Еду на рыбалочку. Познакомился с одним человеком, с Сергеем. Сергей, если смотришь это видео, привет. В общем, познакомился с Сергеем. Сергей пригласил на рыбалку. В общем, погода дала нам как бы добро. Ну, поэтому направляемся в сторону Сергея. В общем, что там нам ехать? 90 километров до него. И потом еще где-то 80, по-моему. Где-то так, 80 с чем-то. Так что поехали, ребята. Два было или же пусты? Сейчас пошло. Не надо вот туда вовнутрь я бы закинул. Положил бы вовнутрь. Что тебе не надо? Рюкзак только не надо. А так камера вообще-то. Снасти будет. Не слишком большой. Как и ожидалось, на верхний. Возьмешь так или с этим? Да, тут поводок толстый. Смотри, вон наша вода. Блять, уцепился там. Без схода был бы. Крючок только поменял получше. А ты на эту систему? Я систему одну попробую, мне ее тоже. Не, я красный. Самопальный. А есть им по башке чему? А мы так. Да? Да. Я вот твой ролик посмотрел, а я... сказал, где нахожусь и что с кем. Ну, сидит, сидит. Походу, больше, чем это. Чуть-чуть больше. Но полок. Треска бы как камень тянулась бы. Это... А не, не больше. Такой же. Такой же, а то и поменьше. А то и поменьше. Это может положить на это мягче или может сюда. А? Сюда может иди. Чтоб спина или. Да не, нету разницы. Спина пока что прошла. Здесь возле креста треска есть. А? Треска возле нее есть. После креста. Ближе к берегу? Да. 2 года назад. Летом, прикинь, жара. И вот такая вот треска. Одна за другим, как палочка. Бывает, да. Я, блядь, пацанам сказал, блядь, говорит, где ты столько наложил? Ну, все стандарты. Говорю, вот, блядь, карточка такая. И летом еще тепло.
6 метров. Ну, что это такое? 17. Это квадраты. Море тут, кстати. Вот когда говорят квадрат, вот квадрат, вот. Бал-бал. Есть, есть. Походу два было. Что ты сейчас за легко пошел? А, это костлявая, бля. Ну вот это как ее. Вкусная или невкусная? Это же блат, палок. Ну да. Нет, это не палок. Он костлявый. А, он костлявый? Да. Ну ее ирландцы не берут. Ну я ел нормально там. Похоже на вайтинг, но не вайтинг и не палок, как он там по-английски забыл уже. Но они тоже на крючки, там, если на гирлянду, сразу садятся на все крючки. Да. Это чудо, еще такого не было. Разноцветные эти. В дингл, в аквариум. Сдать. А ничего, они одноразовые, они поднялись в воздух. Да, я тоже выпустил эти чайки, сперли. Завел куда-то. Блять, спустило. Был очень-очень хороший день. Не вынул через крючка. У меня крючки есть. Мы его уговорим. Как ни крути. Денежка, видела ведь? Не, мне сейчас интересно посмотреть. 6, да. Уже отплыли от этого или нет? Да они все равно на запах должны идти. Ого, что-то пробовала.
Интересно, на что? На блесну взял. Желтый этот. Это тоже желтый. Моя же вытащила вот там на острове, да? Ага. Три палка. Я эту поднимал, нахуй, напополам сломалась. Да? Как я говорю, как ты умудрилась? Три палка. Вот таких три палка. Я говорю, я еле поднял. Я говорю, она там ловила. Просто что-то не то. Дальше сейчас чуть-чуть назад. Что-то не то точно. Потому что нет. Это не... Что-то не то. Из-за того, что был ветер. Вот, что. Называют ирландцы ботинок, я не как в ботинок? Да, его все называют его ботинок. Но он как с пляжа виден. Там где, кажется, да. Отсюда, как он виден, ты даже едешь, видно. С Конорбаса видно его. С Конорбаса видно этот. Они все его ботинок называют. Уже должно. Должны словить, я уже не знаю. Показывает. Но здесь дохрена и я постоянно здесь вертолет. Кто-то застревает, блядь. Хоть был завёл, что это вот. Он завёл, но ему плохо. Он что-то не с моторами. Ну под вечер жара, блин. Ведра эти, Серёга, берёшь или оставляешь здесь ведра? Сейчас я еду, отвезу и второй рейс с тобой. Да я тут возьму ее. Надо. Занесу и приду. Раздену жилетку. Но. А что, с утра открыты были? Просто туристы, которые здесь приплыли. Я вот такую вначале смотрел, искал. Ну, блядь, подумал, большая, знаешь, рулить не могу, не умею. А эту как купил, то с ней боялся. Как, на море там не страшно, знаешь?
Ну да. Но сюда, вот, чтобы никого не зацепить. Как тут движение? Тут все движение, как и в Литве. Ну, как в Литве движение. Ты должен по правой выходить и возвращаться по левой. Нормально. Окно не закрыто. Да. Где мой Феррари? Сейчас буду складываться. Ничего себе. Ну, а это 23, кажется. Зачем это уже? Я говорю, почему так? Вообще, что с морем связано, считаю, что везде цены, блядь, нереально. Я взял там просто. Она просто инвалид, а не... Эта женщина. Ой, нет, тоже. Но они не платят, мне кажется, они что-то другое выучили. И вот этот вот. Вот. Раз, два, три, бля, четыре. Четыре, которые его достали. Кто? Что было? Что, ребята, в общем, едем домой. Впереди где-то ждет 2-2.5 часа. В общем, отрыбачили. Сегодня как-то клёв не ахти был, непонятно почему. Хотя место очень хорошее. В общем, как-то так. Еще раз, Серега, если смотришь этот ролик, спасибо за приглашение. Спасибо за то, что, в общем, составил компанию такую, порыбачили. Отлично провели день, в общем. Мне понравилось. Думаю, еще встретимся, так что по-любому. Вот такие вот дела, друзья. В общем, всем хорошего дня. Всем здоровья вам и вашим близким. Ну, а я еду домой. Всем пока.